Приветствую вас. Я думаю, что вы несколько неправильно, деструктивно задаете вопрос. Я думаю, что задавать вопрос нужно иначе, а именно, что вам делать с этим состоянием, с этим поведением, что вы хотели бы сделать с этим поведением, то есть хотели бы вы, к примеру, его поменять, хотели бы вы, к примеру, чтобы было как-то по-другому, как-то иначе или нет. Потому что понять, зачем вам это надо, это одно, а изменить, это совсем другое. В основе стремления к безопасности лежит проблема личных границ. Всегда. То есть вы не отделяете себя от других людей. Для вас проблема отделить себя от других. Разграничить, кто за что отвечает. И, конечно же, есть страх того, что вам причинят боль, есть страх того, что вам причинят негатив, есть страх того, что вам будет, ну, тяжело, что вам будет неприятно, что вам будет трудно и так далее. То есть вот эти моменты мотивируют вас на доступ и контролирование. И нельзя просто требовать от себя перестать это делать. Нельзя. Нельзя просто взять и сказать, что, к примеру, я должна перестать. Вы не можете этого требовать от себя до тех пор, пока не будете удовлетворены. То есть, пока у вас не появится реальная возможность перестать команду. Вот примерно так. Личные границы – это определенные правила, которым вам нужно следовать. Да, определенные правила, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности. И которые помогут вам не бояться определенных решений, которые помогут вам не тратить свои силы на определенные решения. Понимаете? Понятное дело, что для получения полной картины нужно разобраться с тем, чего именно вы боитесь, чего конкретно вы боитесь, что конкретно может случиться, если вы
Например, перестанете все контролировать. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что от этого зависит то, как вы выстраиваете отношения с людьми. Ну, вы отдаете, в принципе, себе в этом отчет, я полагаю. Вот. В принципе, я думаю, так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. Пока больше ничего ответить вам нельзя, потому что слишком мало информации. А, то есть вы описываете только следствие. Вы описываете только следствие проблемы, следствие причин. Но не под саму причину. Вот. Работа с личными границами вам нужна. Могу порекомендовать неплохую книгу по личным границам, она называется «Барьеры», за авторством Таусенда. То есть так и пишите, Таусенд Барьеры, да, Таусенд Барьеры. Вот, почитайте эту книгу, она даст вам общее представление о границах. Вот. Книга, она написана теологическим психологом, то есть в ней много теологии, много про религию и веру. Если вы не верующий человек, то просто игнорируйте то, что там сказано про веру. Нас интересует именно вот концепция личных границ. Вот. Ну и на консультации с психологом вы сможете более более корректно, вот, значит, то, соответственно, вам это может помочь, но для этого нужно обратиться на личную консультацию. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.